Встречайте обновление 2.7. Каждый запуск Лисьего Табора в призыве героев будет появляться особый сундук — охота на героев. Открыв его достаточное количество раз, вы гарантированно получите большое количество осколков для случайного героя. Новый герой — Клаудия Токсик. Клаудия Токсик — маг фракции Гильдия Убийц с лидерской способностью. Она специализируется на накладывании негативных эффектов на противников. Клаудия Токсик — способна обернуть любую неприятность на благо ее команды. Чем больше негативных эффектов наложено на ее союзников, тем сильнее она и ее отряд. Получить Клаудию Токсик можно в ходе события «Личные счеты» и в призыве героев. Новый герой — Ругару. Ругару — уникальный герой. Стрелок и боец ближнего боя в разных формах. Ругару накладывает на противников отрицательные эффекты, а оборотень острыми когтями разрывает врагов на части. Получить Ругару можно за прохождение этапов героического пропуска. В обновлении 2.7 за прохождение последней миссии «Подземелье ужасов» вы получите осколки Дексы. Мы дарим всем игрокам 20 уровня и выше подарочный календарь за установку обновления. Поспеши получить новых сильных героев. Оборотень и убийца готовы сразить твоих врагов.